Антоний, добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите про сегодняшнюю игру, впечатления, эмоции ваши. Эмоции хорошие. Спасибо ребятам за футбол. Знали, что Кёльн крепкая очень команда. Хотели как минимум сыграть в ничью, получилось выиграть. Тоже этому рады. Я думаю, ребята, первый сезон в этой лиге. Дальше по-любому у них будут круче еще результаты. Всем спасибо. И будет сложнее, да? И будет сложнее, да. И всем моим пацанам, нас было сегодня 9 всего, по минимуму. С чем это связано? Почему такая скамейка? Да хуй с ними будем удалять, блядь, с команды. Вот, по-любому спасибо моей команде, Вердер. Кого выйдешь из команды соперника? Из команды соперников? Кто прям создавал проблемы сегодня вам? Дэвис, баскетболист у них, Майка, 23 номер, по-моему, да, хороший парень, и нападающий их, резвый был. Ты как, пацаны, вообще доволен вашей игрой, либо есть какие-то шероховатости? В принципе, в целом доволен, ну, если победа, если выиграли, чем-то недовольны будет. Ладно, все, спасибо. Давай, удачи с победой. Спасибо.